На прошлой неделе учили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теневая за партнера в левой ноге. Вот такую штуку учили давно. Это старший средний уровень. После того, как выучили одинаковые ноги, в правую сторону, это теневая позиция, или одинаковые ноги, я обычно называю в правую сторону. И потом учили вот такую штуку. Вытеснение бедра здесь. И потом продолжали. Ну и вот эти штуки объединить. И получается, вы начинаете со второго, выходите в одинаковые ноги, вытесняете партнершу, но не доворачиваете ее до 90, потому что вы знаете, что вы продолжаете и будете переходить снова в теневую, влево, на левую ногу. Соответственно, вы вытесняете, здесь недалеко контролируете партнершу, отправляете снова ее, делаете кросс, и здесь продолжаете так же, как и было у вас на себя, садитесь от нее, и доворачиваете корпус снова, выкладываете левую. Динамика таким образом происходит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А потом обратно поворачиваем.